Вот хотел представить приспособление для дезинфекции медицинских масок. Вот температура около 66 градусов. Ну, этот термометр чисто для съемок. Он, в принципе, он не нужен. Состоит приспособление вот из полотенец. Коробка обувная. Вот маска медицинская. Мне такая детская оказалась. И приспособление для сушки обуви. Вот и здесь лежит. Вот они включены в розетку. Они у меня включены постоянно. Хожу я в маске раз где-то в сутки в магазин. Прихожу с магазина, ложу сюда, закрываю коробку. Снизу коробки тоже полотенце для теплоизоляции. Накрываю коробку тоже полотенцем. Одной рукой неудобно. Вот термометр у меня был китайский. Вот сейчас температура чуть упала. Сейчас коробку открывал я. Сейчас коробку закрыл, опять нагреется. Ну, вот такое приспособление. Ну, конечно, надо осторожно с пожарной безопасностью. Я всегда дома, всегда под присмотром, не оставлять эту коробку включенную дома без присмотра.